рэпер с десятого тупика. Йоу, рэпер с десятого тупика. Если мы хотим оказать помощь другим, то и наша жизнь должна быть примерной. Йоу, рэпер с десятого тупика. Щитарабасе. Йоу, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем бревна и не видишь? Или как можешь говорить брату: брат, дай я выму сучок из глаза твоего, когда в своем бревна и не видишь? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, когда в своем бревна и не видишь? Или как можешь говорить брату: брат, дай я выму сучок из глаза твоего, когда в своем бревна и не видишь? И не видишь. Очевидность этого урока состоит в том, что учитель не может говорить своим ученикам о недостатках в их жизни, если в его жизни есть те же недостатки и даже в большей форме, и все же он их не видит. Йоу, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, когда в своем бревна и не видишь? Или как можешь говорить брату: брат, дай я выму сучок из глаза твоего, когда в своем бревна и не видишь? Внезапный порыв ветра поднял отруби, и маленькая соринка попала прямо в глаз человеку. Он трет глаз, чтобы избавиться от попавшего в него кусочка соломы, однако чем больше он его трет, тем больше происходит раздражение в глазах. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а в своем бревна и не видишь? Или как можешь говорить брату: брат, дай я выму сучок из глаза твоего, когда в своем бревна и не видишь? Йоу, вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть соринку из глаза брата. Вынь сначала бревно из собственного глаза, а потом увидишь, как вынуть соринку из глаза брата.